Всем привет! Вы на канале Кристория. Я с Алисой. Бедную Алиску мы таскаем туда-сюда, туда-сюда. Весь день приходится. Мы с ней идем смотреть награждение. Сейчас будет награждение в школе деток за хорошее обучение. И Вика должна получить награду. Вот, так что мы идем смотреть. Тут уже собрались все родители. Становится в очередь. Сейчас будут нас впускать, наверное. Алиса! Шумно тут, да, детки, шумные какие все. Сейчас детки заходят потихоньку. Сначала зашли в киндергарден, потом зашел первый класс. Gets recognized today. So there is no room for sadness. We are going to celebrate a few boys and girls from every room. But if your name wasn't called today, maybe it was called last month. Maybe it was called the month before. Maybe your name will be called next month. So please do not be sad if we don't say your name today, because maybe you've already had a turn, or maybe you will have a turn. So don't be sad today, okay? Это Викин класс. Это Викина учительница сейчас будет давать ей награду. Расскажи, что ты получил. Ты получил награду? Да. За хорошую учебу? Первый раз. Умничка моя. Поздравляю. Девчонки. Что? Кому мы будем отправлять Лолу завтра? Вики. Вики Лебедевой, да? Она живет в Ростове-на-Дону. И мы хотим рассказать, как нельзя делать. Там была один. Там была Настя, и она поменяла ее и меня Вику, потому что она хотела тоже. Она очень хотела Лол, да. И мы, конечно, все понимаем, что вы очень хотите эти Лолы. И если бы мы могли бы, мы бы вам бы всем послали по Лолу. Но мы тогда сами обанкротимся. Да, потому что слишком много. Дорого. Да. Вот. Но всеми путями выигрывать тоже нехорошо. Нужно делать честно, потому что если все будут обманывать, тогда, ну, так не получится, как бы делать конкурсы, делать... Потому что мы все равно узнаем, что вы пошутили. Да, пошутили, обманули. Так вот, я хочу объяснить, что произошло. Я все комментарии копировала один за одним, когда перенумеровывала всех. И копировала все вместе с именем и вместе с комментариями, которые вы оставляли. Потому что было много хороших комментариев, мне просто было интересно, как бы, ну, если кто-то выиграет, чтобы почитать их комментарии. И в итоге, когда мне пришло сегодня утром два комментария, что как бы две девочки выиграли, и имя было такое интересное, ну, интересно написано было, Вика Лебедева, но написано было уникально, с маленькой буквой «В», и через букву «С», как обычно, не пишут в России. Поэтому я сразу немножко заподозрила, что что-то тут не то. Потому что именно вот две таких вот, два таких имени, ну, странно немножко выглядело. Поэтому я пошла в комментарии с первого видео посмотреть, были ли две такие девочки, именно таких две девочки, которые оставляли комментарии.
на моем видео. А так как я закрыла уже комментарии на то видео, то вы, то есть никто из них уже не мог вернуться туда и поменять ничего. В итоге я увидела, что была Вика Лебедева, которая оставила комментарий, и другая девочка, которая поменяла имя. И изначально у нее комментарий был под другим именем. Потому что ее имя было Настя. Не обязательно говорить всем имя, окей? Я не для этого это делаю. Я говорю всем, потому что не делайте так, потому что это все можем, мы все это можем найти, все можем увидеть. И даже если нет, то так нечестно, потому что, короче, ребята и девчонки, все уже пошли спать, а я просто хочу сказать, что не надо врать, не надо придумывать. Я понимаю, что вы все хотите выиграть, но если вы выигрываете нечестным путем, то это не то же самое. Поэтому... И плюс правда всегда всплывает. Так что делайте правильно, не обманывайте, пожалуйста. Потому что мы все равно узнаем. А достойному победителю подарочки едут завтра в Ростов-на-Дону. Вики Лебедевой. Она честно выиграла. Всем пока-пока. До скорой встречи.